Закончились учебы дни, и этот миг слегка печален. Сегодня вы выпускники, вы устремитесь к новым далям. Во дворе Одинцовской гимназии номер 4 учителя, родители и 56 выпускников двух 11 классов – лингвистического и экономического. 16 из них – медалисты. Большая половина ребят, это 30 из 56, заканчивают на 4-5. Это высокие результаты, и, безусловно, мы гордимся нашими ребятами и их достижениями. Для любого человека, который учился в школе, конечно, школьная пора – это самое лучшее, о которой они вспоминают с благодарностью, любовью и добротой. Пусть так и будет. Ирина окончила экономический класс, хотя ее всегда тянуло к гуманитарным предметам. В будущем собирается заниматься пиаром, готовится поступать в МГУ или РУДН. И все шансы у девушки есть. Она медалистка, одна из двух выпускниц гимназии, получивших 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Бывало тяжело, потому что все-таки и история, и литература, и обществознание, и русский – это достаточно обширные предметы, нужно много знаний. И, конечно, я не смогла бы заниматься ими, если бы мне это не нравилось. Но меня тянуло к этому, и поэтому мне часто было легко приступать к каким-то заданиям. Просто хотелось этим заниматься. Еще один медалист – Иван. В гимназии учителем английского языка работает его мама Елена Александровна. Ей удалось привить сыну тягу к знаниям. Сначала приходилось контролировать процесс, но затем юноша увлекся учебой сам. Больше всего ему нравится физика. Иван собирается стать инженером, хотя вуз окончательно еще не выбрал. Хорошо сдали выпускные экзамены, ЕГЭ, то есть я счастлива. Огромное спасибо всем педагогам, моим коллегам, которые дали такие хорошие знания моему ребенку. Мы счастливы. После торжественного вручения аттестатов сюрприз для выпускников от педагогов – поздравительные частушки. Мы успехов вам желаем, славы, почести, побед, чтобы горе вы не знали, чтобы ответ постыл и свет. Сами ребята тоже не остались в долгу, исполнили песни, посвященные родителям и родной школе. А завершился праздник прощальным школьным вальсом. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».